«Моя жизнь. Театр». Книгу с таким названием выпустили в честь 80-летия народного артиста СССР Валерия Яковлева. Презентация издания прошла в Чувашском драмтеатре. На сцену Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев выходит почти 60 лет. За свою карьеру режиссера поставил более 90 спектаклей, посвященные ему книга, в которой собраны публикации, очерки, фотографии разных лет, иллюстрируют большой творческий путь. Эта книга как бы не только поднимает истории, вот эти 40-летние, 60-летние истории жизни Яковлева, но и вот весь пласт жизни Чувашского театра. Здесь через фотографии, через какие-то высказывания мои, Яковлева высказывания, которые там туда включены, как бы возрождается воспоминание у зрителей, вот, вспоминать тех лет, те прожитые годы. Появление вот этой книги «Моя жизнь. Театр», конечно, для меня это большое воодушевление, большое вдохновение дает, сил придает. Но и осознание того, что все-таки примечено, замечено. По содержанию книга не имеет аналогов. Она издана за счет средств федерального гранта «Культура России». Сегодня для Чувашского книжного издательства, для Чувашского драмтеатра и, я надеюсь, для всей творческой интеллигенции Чуваши настоящий праздник. С чем связано появление этой книги? Во-первых, 2019 год – это был год театра. Мы не случайно выбрали эту книгу. В книге собраны уникальные фотографии, уникальные документы. Поклонники чувашской драмы, поклонники чувашских артистов найдут для себя очень много материалов. Рифат Фаткулин, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика.